Наш мини-музей состоит всего из трех книг. Начало было положено 10 лет назад, когда все отмечали 65-летие Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Книги эти особенные. Они созданы семьями детей группы номер 5 детского сада 19 Красносельского района Санкт-Петербурга и воспитателями группы, которые и стали инициаторами этой замечательной традиции. Каждые 5 лет создавать книгу памяти в честь юбилея Победы на основе воспоминаний и рассказов членов семьи воспитанников группы. Раскроем книги, пролистаем страницы, услышим рассказы выпускников группы о своих прабабушках и прадедушках. Поселилась в сердцах живых этот вечный огонь. Меня зовут Амилющенко Таисия. Я выпускница 2010 года. Из воспоминаний моей прабабушки Надежды Егоровны. Неделю Ленинград был без хлеба. Мы лежали. Кто вылежал, тот выжил. У нас на работе в бухгалтерии умер переплетчик по фамилии Мухин. Его конторка была рядом с моей, и мне посчастливилось. У него осталась плитка столярного клея. Эту черную плитку раскалывала на кусочки и клала в воду. Она таяла, и к вечеру получался студень. Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки. Меня зовут Паша Копылов. Поднимался я выпускник как один. Детского сада 2015 года. Берлин. Я хочу рассказать о своем прадедушке Николае Васильевиче Дроне. В 1941 году он добровольно ушел на фронт. Он воевал на Втором Украинском фронте, освобождал от немецких захватчиков Польшу, Венгрию и Румынию. Великую победу он встретил в Чехословакии в мае 1945 года. Для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам я выпускница 2020 года, Севастьян Массаж. Хочу рассказать про своего прадедушку. Мой прадедушка Булин Иван Степанович ушел в армию в 14 лет. И однажды, выполняя очередное задание отправить фашистский поезд под откос, он... Шнур оказался слишком коротким, и отступать было некуда. И он решил подорвать этот эшелон. И за считанные секунды выполнить задание он выполнил. Но убежать не успел. Конь, который стоял около леса, нашел его. Так лучший друг его спас. Мы, юное поколение, обещаем хранить память о героях войны и рассказать о них нашим потомкам. Никто не забыто, ничто не забыто.